Выстрелы звучали этой ночью в Днепре. Неизвестные открыли огонь в зале игровых автоматов. В помещение ворвались четверо мужчин. Они начали крушить все вокруг и хаотично стрелять. Преступники скрылись, опознать их не удалось. По словам полицейских, все были в балаклавах. Пострадал один из посетителей, его госпитализировали с пулевым ранением в спину.